Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте на странице 64 выполним задание под номером 1. Приведите примеры праздников общероссийских, народных, школьных, семейных, профессиональных. Все мы любим праздники, мы радуемся семейным праздникам. Свои профессиональные праздники отмечают врачи, строители и люди многих других профессий. Вы уже знаете, что есть такие праздники, которые отмечает весь наш народ. Много памятных дат в нашем календаре. Среди них есть особые даты. Это дни государственных праздников Российской Федерации. В эти дни мы чествуем наше государство, его исторические традиции и символы. Итак, давайте приведем примеры общероссийских праздников. Это, например, 1 мая – праздник весны и труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства. Народные праздники. 1 января – Новый год, 7 января – Рождество, Пасха. Примеры школьных праздников. 1 сентября – День знаний, 5 октября – День учителя. Семейные праздники. 15 мая – Международный день семьи. Также к семейным праздникам относятся дни рождения членов семьи, а также дата свадьбы родителей. Профессиональные праздники, например, 30 октября – День инженера, 15 августа – День строителя, а 18 июня – День медицинского работника. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.